Центральная библиотека Ленинского района продолжает знакомить своих читателей с интересными людьми нашего времени. На этот раз телемост провели с популярной писательницей Гузелью Яхиной. Основная цель библиотеки, в любом случае, это популяризация книги и чтения. Вот. Поскольку сейчас очень большой доступ к информации в другой форме, к интернету, то мы стараемся всеми способами привлечь и детей, и взрослых в библиотеку и возродить и поддержать интерес к чтению. С раннего детства любовь к литературе Гузели Яхиной привила ее семья, а талант писательницы, как утверждает она, был унаследован от дедушки, который часто рассказывал ей сказки собственного сочинения. Свой творческий путь Гузель начала достаточно рано, 23 года. Ее первыми рассказами стали «Винтовка» и «Мотылек», но популярность пришла после выхода в свет романа «Зулейха открывает глаза». Благодаря этой книге молодая писательница завоевала сразу 5 престижных литературных премий. В жизни стало достаточно много внешних событий, встреч, поездок, презентаций, знакомств. Я при этом стараюсь сделать так, чтобы все-таки вот то внешнее, что появилось в жизни, чтобы оно не заменяло и не меняло то внутреннее. Являясь поклонницей исторических книг, Гузель в своих произведениях берет за основу советское время, считая этот период полным трагических и драматических событий. Один из таких новых романов под названием «Дети мои» она представила на встрече своим читателям. В тот момент была очень сильно погружена в написание вот этого романа. Ходила я в этот роман очень долго, погружалась очень долго и не могла уже выйти из этого процесса. Познакомившись с книгой и узнав основу сюжета из уст писательницы, Илья Стахов решил, что обязательно прочтет этот роман. Это произведение мне понравилось, потому что в нем присутствуют и исторические моменты, и доля мистики, а также мифы германские. А член Союза писателей Татьяна Бирюкова пришла на онлайн-встречу не только для того, чтобы познакомиться с новым для нее автором, но и чтобы услышать ответы на вопросы, которые помогут в ее деятельности. Мне было просто интересно, а как другие пишут? Для себя я уже записала. А что вот нужно? А как нужно? Потому что все пишущие люди ошибаются. И увидеть, а вот какие вопросы сегодня задают. А как ты должен соответствовать для школьника, например. Также Гузель Яхина пишет сценарии для телевизионных сериалов. И уже совсем скоро выйдет в прокат новый многосерийный фильм, главную роль в котором сыграет Чулпан Хаматова. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Сергей Лайн, Видное ТВ.